Ну что же, всем привет, всем удачного дня. Ну, тут, как говорится, момент, надо теперь нам сделать шумку, вот, собрать машинку и отдать хозяину. Вот такие вот моменты. То, что вот здесь видно, вот поковырял, есть вот, немецкий, бесцветный. Так вот, дрын-дрын, дунул. А то, что там внутри, то же самое, через вот эти отверстия, надо немножечко дуть мовильчиком, и все будет хорошо. Ну, просто мовильчик, стараюсь, чтобы не попадал на те места, где будет греваться обезшумка. Обезшумка у нас вот такая вот, смарт-фаворит. Вот. И ей мы будем сейчас работать. Вот так вот потихоньку греем, каталочкой закатываем. Вот, оружие в чехле. Да, все было нормально. Лампочка. Надо еще этот чехольчик сшить. Продолжаем закатку. Вот между делом ребята мне помогают, чтобы на зиму было тепло. Заготовка дров. Молотобоец прям. Вот, в общем, дела идут. Завтра сентября. Так что надо уже думать. Тут у нас не жа. Вот. Дождик пытается срываться. Жарюка уже нету. Так что уже надо подумать о том, что когда будет холодно, чем мы будем греться. Вот, дровишку надо отавливать. А между делом капот уже на место стал, ход дошел до второго. Сейчас мы его будем здесь вот фаршировать. Вот этот капот интересен тем, что он двойной. И несмотря на это, вот в эти части можно было позалазить. И я ни одного отверстия, по-моему, нет, извиняюсь, одно вот лишнее сделал на всем капоте. Вот. И все. И больше ничего. Сейчас мы его слегка приведем в порядок и будем обклеивать и обесшумливать. Вот такие хендайцы молодцы. Придумали вот такой иной капот с опорами. Ну, значит, так надо. Слегка протерев капотик, накатали. Вот она, шумочка накатанная. Вот, это первый слой. Дальше будет второй слой. Тут более мягкий. Вот, но опять же под попону все это называется. Вот следы, край пылью. На капот. Вот видно, что машина работала все нормально. Я сюда никогда не лазил. Вот. Это хорошо. Это говорит о том, что машина в порядке. Вот вторым слоем у нас пойдет вот такая штука под названием изолон. Он такой вот мягенький. И здесь сверху у нас такая пленка, вторым слоем мы его сюда заделаем. Ну что же, вот уже капотик висит на месте. Здесь метки все совпадают, все нормально. Вот, надо будет собрать, повесить вот этот фонарик один у нас. Водку тут до кучи, и все, в принципе, все будет нормально. Ну, естественно, поставить. Вот, пока мы это дело закрываем. Вот, передний капотик тоже у нас на месте стоит. И по меткам, но тут гораздо проще. Здесь самоцентрующиеся болтки. Вот, поэтому проблем нет. Вот такая картина у нас получилась. Вот, эти вот пропуски. Это под штатные клипы, которые держат попону. Вот.
все, собственно, сейчас надо заняться тем, что обесшумить нашу крышу. Она уже тут застоялась, заждалась. Надо машинку собрать. И сейчас начнем клеить потихонечку. Клеить небольшими кусками, чтобы не было ни складок, никаких мороки, чтобы не было. Ну все, приступаем. У нас рабочий стол переехал сюда. Здесь необходимые материалы под рукой. Вот, можно нанимать. Начало работы положено. Вот такая получается у нас картинка. Здесь еще все не заклеенное. Вот потихонечку все получится. Ну что, остались обрывки. Тут уже все. Вот такая наша крыша получилась. Где-то, конечно, небольшие тут есть, как бы. Ну, в общем и целом, уже хорошо. Плюс еще сейчас второй слой пойдет более мягкой. Вот. А вот у нас. Ну что, потихоньку работа идет. Второй слой потихонечку занимает свое место. Вот так вот скоро будем цеплять потолочек. Ну вот он, финиш. Вот такая у нас получилась работа. Вот два слоя наклеено. Вот обесшумочки. Прям как холодильник стало. Ну вот и все. Теперь надо цеплять потолок и собирать машинку. Вот еще раз покажу. Ну вот. Потихоньку начинаем все ставить. Еще вот GPS надо приклеить, то все тут, ручки, мручки, все попоставить, все позакрутить, все зашнуть, резинки на двери поставить, ну и так далее и тому подобное. Но уже машина похожа на машину, на ней потолок уже стоит, уже не отвалится. Вот так вот. Ну тут еще надо немножко крутить, повертеть. Вот, ну не, все соберется, будет машинка ездить, все будет нормально. Вот такие вот дела у нас. Вот так вот. Ну вот, все резиночки на местах. Все на местах. Салон собран. Все, единственное, подголовничек еще надо поставить по салону. Все стоит там, где ему и место. Вот, еще тут небольшие доделки предстоят. Вот этот угол сделать, я его так и не доделал. Собрать здесь фонарик поставить. Ну и в принципе все. Все уже на своих местах стоит. Вот так вот потихоньку. Вот все собирается на свои места. Вот и не верти уже 5 часов. Так что практически немало времени было потрачено на все дело. Ну, оно того стоит. Вот она крыша, вот он капот.
для тех, кто фоманирующий, так сказать, видео это не снималось, это снимать для своих, так сказать, друзей, однополчан, что иногда бывает как бы неплохо. Вот, надо будет, сниму в линию, вот, потому что тут нет-нет, да вас и раздаются, что это все лажа, это все вот, фейки и так далее. Да ради бога, ребят, можете верить, можете не верить. Мне как-то абсолютно на мнение таких горе-специалистов. Однозначно. Вот, это не для них снимается. Ну вот, он практически собран, надо дособирать остальное. Надо чуть-чуть очистить. Некрасиво так просто. Пару взмахов щеткой. Вот, и оттуда, и отсюда. Только в пыли осталось. Ну что, пора цепь на место. Пусть катается дальше. Сейчас мы здесь с капотом как бы все. Да, ну вот в принципе для чего я ставлю метки, надо чтобы они совпадали. Вот самоцентрующие болтики. Вот потом можно будет еще подкрасить вот здесь болтушочек чуть-чуть базой белая. Есть у меня база под лак. Вот чуть кисточкой их освежить, чтобы они были покрасивее. Ну, это просто аккуратность. Вот так. Неплохо получилось. Ну, теперь уже кажется, 6 час. Пора и перекусить. А как-то так скучновато. Дошел ход опять до клеевой. Пистолетик в режим ход. Надо вот это вот вам доделать и собирать машину. Потом еще из моментов надо полирнуть нам крышу. Капоты отполированы после работы. Вот все это дело укрывается у нас, чтобы крыша была ровная. И вот здесь вот сейчас еще надо чуть добавить кусочек, чтобы не забегало. Потому что отполировочно отмывать не проблема, но лучше когда ничего не отмывать. Вот, вот так вот будет чисто.